В администрации прошло очередное планерное совещание под руководством главы района. На повестке дня было несколько важных тем для обсуждения. В первую очередь глава района затронул вопрос обеспечения стабильных поставок электроэнергии и водоснабжения в сельских поселениях района. Все главы поселений представили свои отчеты по данному вопросу, подчеркнув, что серьезных трудностей не возникает. В случае появления каких-либо проблем они решаются оперативно. Среди рассмотренных вопросов – набор кандидатов для прохождения военной службы по контракту. Первый заместитель главы администрации Руслан Емыков представил доклад по данной теме. Также была представлена информация о выполнении KPI-показателей. С докладом выступила заместитель главы администрации Марета Тугланова. Она также затронула темы, связанные с полисами обязательного медицинского страхования и обеспечением жильем детей-сирот. Начальник управления финансов Аслан Дагужиев поделился результатами по налоговым поступлением, а начальник управления сельского хозяйства Заур Самогов осветил итоги послеуборочных работ и меры по борьбе с сорняками. В повестку вошло обсуждение итогов работы единой диспетчерской службы за второй квартал текущего года. Завершилось заседание вопросами готовности образовательных учреждений к началу нового учебного и отопительного сезонов. Проблем по школам у нас нет, процент выполнения работ уже около 70%. У нас время еще есть, так что мы все вовремя сделаем. Осо, да, у нас издан приказ управления образованием с 1 числа по 16-й, садики тоже садятся за воспоминания. На совещании были рассмотрены и другие важные вопросы, по которым Заур Хамирзов дал указания участникам согласно их компетенции.